Всем привет, друзья, с вами Варчик. Поздравляю вас с наступающими праздниками. И, как и в прошлом году, World of Tanks радует нас, а может и некоторых людей огорчает, коробками новогодними, в которых могут выпасть различные призы. Итак, давайте сразу к делу, стоит ли их брать или не стоит, какую я получил выгоду, ну и все в таком духе. Я купил коробок почти на 2000 рублей, там что-то типа 1900. Голды с них мне навыпадало 11 тысяч. Если мы купим 11 тысяч голды без всяких там коробок, а просто частяком купим 11 тысяч голды, мы потратим 2400 рублей. На коробке я потратил 1900, ладно, округлим 2000. Итогово я сэкономил 400 рублей. Это мы не берем во внимание то, что в этих коробках помимо голды я навыигрывал что-то еще помимо этого. Таким образом мы получаем, что если вы самый невезучий человек в мире и вам просто вообще ничего не выпало кроме голды, то вы уйдете в плюс. Возможно, уйдете в ноль. То есть ни в плюс, ни в минус. Возможно, вы наварите еще больше. Поэтому я вам рекомендую покупать коробки, если вам нужна голда в этой игре. Если вы целенаправленно хотите потратить в премагазине деньги на голду, позже потратить эту голду на кое-что, что вам необходимо. Перевод свободки, там камуфляжи, шмамуфляжи и что-нибудь еще. Либо купить за эту голду премаккаунт. Таким образом получается, что если вы хотите целенаправленно, у вас есть деньги и хотите потратить их в премагазине, то лучше купить коробками. А если вам еще и повезет, то вы что-нибудь сверху выиграете, как я. Но есть люди, которым не везет, и они выиграли ничего. Но они получили то, что и должны были за эти деньги. Игровую валюту голду. Вот, в принципе, и все. Все четко и просто. Вы можете также посмотреть прошлогодний видосик по открытию этих коробок. Там я выиграл ничего. Я просто чуть-чуть ушел в плюс по голде. В этот раз мне повезло просто в разы больше. И я выиграл несколько премтанков, среди которых очень редкий Type 59. Я, честно говоря, да, хотел, чтобы выпал именно Type 59. Все остальное у меня в принципе есть, и оно меня не интересует. Я очень сильно хотел Type 59, не потому что он какой-то классный, имбовый или что-то такое, а просто потому что он редкий. Я очень сильно обрадовался, это было вообще, ну, невероятно получить Type 59, но это все очень быстро прошло. Я задумался, в какой игре я получил Type 59, как я на нем буду играть в рандоме, ну и что-то какая-то грусть печаль на меня напала. Обрадовался, ну и а потом просто типа, ну ладно, выиграл и выиграл. Вот, в принципе, такие вот дела. Может, кто-нибудь спросит, почему именно я купил коробки, хотя я говорил, что я не буду их покупать. Ну, как обычно, струмер, обманщик, дизлайк, подписка. Для чего же купил я эти коробки? Для того, что игра World of Tanks на моем канале — это основная игра. И рано или поздно прем-аккаунт мне придется купить, для того, чтобы было более приятно играть в эту игру. Никому не секрет, что с прем-аккаунтом играть приятнее, потому что серебра в этой игре никогда не хватает. Когда куча серебра на аккаунте, играть намного приятнее. Таким образом, я купил коробки. Благодаря этому смог записать видосик, вам что-нибудь интересное и полезное рассказать. И получить для себя голду, которую позже я потрачу, скорее всего, на прем-аккаунт. Возможно, на что-нибудь другое. Посмотрим. Так сказать, для меня эти коробки были выгодными. Для вас будут ли они выгодными? Да, если вы хотите получить голду. Если она вам не нужна, тогда они вам нафиг не нужны. Вот, в принципе, все. Вот такой вот видосик. Он вышел не сильно такой жизнерадостный, веселый. Просто по факту. Тупо рилток, все. С вами был Варчик, играйте красиво, пока, празднуйте тоже красиво.